Дело в том, что у нас очень часто привязывается, к сожалению, отношения с ближайшими соседями к каким-то торговым санкциям, к какому-то торговому давлению, и при этом получается так, что если договорятся, то россиян опять травить можно, что ли? Это, конечно, не очень хорошая тенденция, то есть нужно беспристрастно относиться к своей работе, собственно говоря, Онищенко ты должен это делать, и если действительно продукция некачественная, то она не должна поступать в Россию, это очевидный факт вообще-то. То, что касается взаимоотношений между Россией и Молдавией, ну, безусловно, экспорт вина и вообще хоть какой-то сельскохозяйственной продукции из Молдавии, он крайне важен для Молдавии, потому что это небогатое государство с неразвитой промышленностью. Там встает еще второй вопрос, то, что каким образом будут поступать с производителями из Приднестровской республики, потому что они ввозили сюда товары также под маркой Молдавии. На самом деле, мне кажется, России пора прекратить сидеть на двух стульях и сделать уже за 15 лет давно ожидаемый шаг после признания особенно Осетии, Южной и Абхазии, признать Нагорный Карабах и Приднестровскую Молдавскую республику. И тогда многие вещи станут на свои места, то есть не нужно будет изыскивать каких-то хитрых способов оказать давление на руководство, там, например, той же Молдавии, все станет на свои места.